Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет угольная армия возможностей. Опять будем проверять наших героев. Не знаю, правда, какой состав взять. На русском сервере открылась уголка. Хочу попробовать. Что тут у нас есть? А, у нас тут непонятно что. Чем поехали, будем пробовать каких-то интересных героев найти. Так. Космо, брать, не брать. Ну, с таким составом, я вам показывал его, с ним реально тяжело что-то набить. Поэтому мы космо брать не будем. Так, давайте такой более реально интересный состав. Роза тоже особо нет, тыковка. Ставим оживу. Даже вот пятую оживу вполне хватит. Так, тут ставим ангела. Тыковка собрана. Берем также сюда стрелка. Где там наши стрелки все? Так, вот такого вот возьмем. Замедление. Так, а что сюда поставим? Давайте пусть будет СО. Вот такой вот вариант. Сюда поставим панчбокса. На отхилка вот они, будем особо там сейчас имбовых собирать. Так, берем также сюда Фрейю, хотел, думаю, но наверное Фрейку брать не будем. Выбираем Анубиса, воодушевление. Поставим сюда Рудика. Берем также сюда Бугимена. Тоже потестируем Бугича. Поставим тоже воодушевление. Из таких автопрокеров возьмем в этот раз. Так, ну ему можно и панчбокса поставить. Отхил. Хранителя поставить еще, наверное, скорее всего, попробуем. Так, у меня есть еще такой стрелок. Но это неинтересно особо будет. Так, хрон. Какие у меня тут хроны есть, какие хочешь. Вот такого возьмем хрона, тоже с воодушкой. Так, давайте соберем их всех вместе. Так, ну вышки это все можно в принципе оставить. Если просто убрать. Лазулю я вам показывал, есть смысл брать, но иногда он просто может запортачить. Поэтому. Так, давайте сразу тыковка. Так, Анубис не тут. Можно и Махатму, кстати, попробовать. Сейчас посмотрим по местах, кто там у нас влазит, а кто нет. Так, Анубис есть. Давайте так проставляем таблетки. Будет удобнее раскидывать героев. Желательно так ставить, чтобы тыковка у вас была в центре. Так, сюда можно и стрелка, в принципе, поставить, либо Бугича. Давайте Бугича поставим. Тут у нас будет с этой стороны. Блин, так неудобно. Стрелок. Потом у нас еще должен быть Махатма, можно попробовать. У нас красный смотритель, так будет зеленый. Так, Седна не берем. Асура смысла нет. Рогатка. Отхилом и без отхила побежим. Так, Хрон. Хрон. Так, ну тут бы, конечно, наверное, и Роза неплохо зашла бы, чтобы процентуально наносила. Лазуля, Дрейк. Давайте сердцеедку поставим. Тоже очень хороший герой. Интересный. С бастом вот такую вот.
Только сейчас и еще питомца найдем. Что там у нас получается? Не получается, по-моему, у нас, я что-то не посмотрел. Вот такую вот возьмем. Смотрителя баф. Так, тут тоже лучше живу поставить, потому что ее могут ушатать очень быстро. Так, и вот так вот. А нет, красный есть, поехали. Смотрим. Так, ну что тут у нас? Четвертая волна пока пройдена. Сейчас на Сардале посмотрим, что у нас получится. Так, Анубис выбегает. Вот это очень плохо. Вот Анубис выбегает, это плохо. Ну, тут видите, связка Бугимен, Анубис, автопрокеры под хранителем. Они будут очень круто сносить все. Но можно хорошенько напороться. В принципе, нормально. Пока держимся. Смотрите, чудесно. 14-е. Самое главное, чтобы тыковка добегала. Она не всегда, как видите, добегает. Такс. Ну, блин, не знаю, успеем, не успеем. Так, ну вроде все отлично. Тьфу. Сейчас посмотрим. 20-я волна. Вроде пока все отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 25-я. 555. Но мы не убили всех. Вот так вот. Давайте еще заходик. Неплохой состав, мне понравился. Конечно, надо воодушевление. Как минимум 2-3. Чтобы хранитель у вас включался. На Анубиса и на Бугимена, так как они автопрокеры. Ну, все, конечно, зависит от того, откуда еще забегут. Но в любом случае, я уже не раз вам показывал, что набивать 550 – это стабильный урон. Интересно было бы дальше посмотреть. Может, когда-то нам откроют дальше волны. Ну, вроде так неплохо, ребят. Мне нравится этот состав. Можно бегать, скажем так. Единственное, Анубиса надо прятать, наверное, вместе с тыковкой. Где-то ставить, чтобы он был в центре, внутри где-то, потому что очень будут печальные последствия. Так, 22-я. Ай-яй-яй-яй, опять вольты включились. Опять вольта включились. Видите, выбегает 553. Чуть-чуть меньше. Тот же самый вариант у нас получился. Окей. Поехали на сардельку посмотрим. На сардельке, что у нас получится. Может, что-то и получится. Сардельта Сьон. Ну, тут, конечно, можно даже ничего не собирать. Так, у нас тут состав. Так, Рино. Седна. Ну, 5 таблеток. Опять же, 5 таблеток. Печалька, печалька. Смотришь на это, и так. Ожидание и реальность. Ну, посмотрим. Может, что-то да изменилось у нас уже.
Сейчас атланты включатся, изменится у нас все. Посмотрите на эту Фрею. Фрея, конечно, здесь это минус. Это очень большой минус. 3 миллиона. Теперь давайте уберем Фрею. Вместо Фреи поставим сюда сердцеедку. Как думаете, больше набьем? Вот так вот сразу же в два, видите? Все-таки сердцеедка круче, чем Фрея. Ну, это точно. Вот такой вот составчик. В принципе, мне состав с буги чем понравился. Еще его, наверное, потестирую вечером. Так, это у меня там смена есть. И посмотрю, что получится. Пишите комменты, какие вы составы хотите увидеть. Как обычно, лайки, репостики. Ну и буду уже больше вам пилить видосиков, сардельки. Участвуйте в конкурсах. Ссылочки в описании. Всем удачи, всем пока.